Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приехали с мужем в город Йорк. Мы решили выбраться на уикенд. Детей мы оставили с родителями Эндрю, а сами решили отдохнуть. Сейчас мы вселились в гостиницу, я сейчас покажу, как выглядит номер. Значит, гостиница называется Hotel 53 in York. Это у нас double bed. Гостиница обновленная, современная. Так, все по-простому. Подставочка для кейса. Входная дверь. Ванная комната. Душевая. Принадлежности. Вот такое большое зеркало. Сегодня мы посетим Йоркский собор, Йорк Минстер, который находится в английском городке Йорк. Строительство храма началось в 1220 году и продолжалось 250 лет. Также Йоркский собор считается самым большим средневековым готическим храмом на севере Европы. Собор славится самыми большими витражными окнами средневековой Европы. Это королевская завеса. Здесь высечены 15 фигур королей Англии, которые были на троне во время нормандского и готического периода Йоркского собора, от Вильяма Завоевателя до Генриха VI.
Чуть дальше виднеется так называемое «восточное окно» – самое большое средневековое витражное окно в мире, размером в теннисный корт. Витраж описывает начало и конец мира, и второе пришествие Христа, как описано в книге Откровений, в средневековье называемой «апокалипсис».